շուտով ավելի ակտիվ քայլեր են լինելու, իսկ կոնկրետ թե երբ ինչպես, մենք ուշադիր ինքներս օրակարգ ենք թելադրում եւ զարգացնում ենք։ Скорее будут более активные действия. А что касается того, конкретно когда и как это будет, мы сами диктуем повестку, помогаем народу созреть и в то же время следим за процессом его готовности. И мы уверены, что скоро настанет момент, и борьба будет продолжена более действенными шагами. Я не могу назвать сегодня конкретную дату. Что из себя будут представлять действенные шаги? Ради чего народ должен выйти на улицы по призыву? Нет никакой разницы с тем, что мы заявляли ранее. Народ должен объединиться. Должна будет появиться, сконцентрироваться и аккумулироваться такая сила, которая сможет навязать свою волю властям, реализующим эти российско-турецкие программы, и сформировать национальную власть. Хорошо, но если они должны выйти на улицу, то должны быть какие-то конкретные действия, ради которых они должны выйти. Они должны прийти, чтобы послушать просто выступление, как всегда? Естественно, нет. Если мы говорим «навязать волю», значит, должны быть действия, в том числе акции гражданского неповиновения. Есть ли какой-нибудь день в ближайшее время, на который намечены какие-либо действия? В этом месяце или в августе? В конце концов, враг напал на нас с четырех сторон. Чего мы еще ждем? Шнамин харцаквеле, бац, жоуртин унис гитакиц масса, каругэм угасэль. Враг напал, но я могу прямо заявить, даже сознательная часть народа к ее стыду находится в бессознательном и безвольном состоянии и ограничивается написанием статуса в Facebook. Мы призываем сознательную часть народа понять это, для чего эта пресс-конференция и предназначена. Но пока еще Полюс не призвал к действиям, к примеру, не назначил конкретную дату и время. Почему мы обвиняем народ? Может, у людей уже есть это осознание? Мы все являемся народом. Мы обвиняем не народ. Если вы обратите внимание, мы говорим о срезе, который обладает на данный момент определенным политическим сознанием, возлагая на него все надежды и ответственность. В него входим также и мы. И мы теперь видим, что пока еще этот слой не созрел. И посредством также этой пресс-конференции и другими нашими действиями мы всячески способствуем этому созреванию. И оно будет. Мы уверены, что оно будет. Так не может продолжаться. Мы не останемся в спячке. Но пусть никто не обижается. Время от времени мы будем тревожить их. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.